Когда, например, чуть ли не со слезами на глазах увидел эту пробку, сбегающих из страны по дороге в аэропорт, была пробка людей, которые хотят сбежать из страны. Стояли чартеры в аэропорту. Ну, вас пораз, да да керам ем момент в Щелансара, а потражем на воду лапорцелю ораш, лишь ну майско тем, где машины к Тиону. Да, пюрма вез он спой, каста, ну и демократик, кяка усатый, ж пермите еще лаш лук рукарей. Скотем на Иоамине, верифкам машине или конвруе с фугофилат, да к сыне сменьте ЛНГ парламент. Да встаться ля к вами бунь. Ю вас сигур, к зилля честя, кан ей плякал, нопс леля. Генцары сускоз САЩ Кубань были вывезены десятки, если не сотни миллионов долларов, понимаете, накоплений. Ничего не делалось для того, чтобы это заблокировать. Когда нужно было просто новому премьер-министру позвонить в госадминистрацию гражданской авиации и запретить выдачу разрешительных документов на посадку частных бортов и на вылет из Кишинева. И то же самое попросить Зеленского, нового президента Украины, сделайте то же самое по Одессе, потому что наши через Приднестровье будут сбегать и вылетать из Одессы. И все. Да, часть бы убежала рейсовыми, но не вывезли бы все то награбленное, которое вывозилось.